работе? Если честно, не очень. Босс не отправляет меня в отпуск, на меня столько работы перекладывается. Ужасно, как так можно? Ну, давайте не обохом. А у меня есть хорошая новость. Серьезно? Какая? Меня на работе повысили. Блин, ты такой молодец. Ты реально служила, ты же столько работала. Спасибо. Да. Молодец. А Жан, мы кого-то ждали? Не знаю, что смотрю. В общем, мы вас собрали здесь, потому что у нас есть одна новость. И эта новость — это... Мы женимся. Классно! Я очень рада за вас. Молодцы, молодцы. Всегда за вас. Да. Анжела, что случилось? Как это произошло? Это же невозможно! Как? Хотя бы погодную зиму переключу, что ли? Саня, вы готовы? Да. Выходим в эфир через 3, 2, 1. Срочное включение. В городе Октопус-Сити 25 июня 2021 года пошел снег. На данный момент мы находимся возле главного здания компании МДК. Единственное здание в городе, которое осталось нетронутым после терактов. Мы нашли того, кто убил вашего друга. Он сейчас здесь? Да, и он в этой комнате. Мы знаем то, что это были вы. Молодец. Но как ты это узнал? Меня не волнует. Надо меньше пользоваться телепортацией. Она требует слишком много энергии. Алло? Нет. Вы не можете? Нет. Знаете, скольким я пожертвовал ради этой чертовой компании?
исполняет желание. Я зайду? С чего? Показать надо. Тетрадь. Интересная тетрадь. Прочитай, там, на первой странице. Да. Так. Что ты хочешь? Для начала. Пить будешь? Так что она делает, говоришь? Желание исполнил? Да. То есть ты пишешь, и она желание исполнил? Да. Ну, допустим, я хочу бананы. А я тебе предлагал это сделать? Ну, напиши, пожалуйста. Проверим твою тетрадь. Банан. Да, банан. Ну, и где бананы? Да ну, чё, гонишь что ли? Ты как это сделал? То есть это чё получается? Это получается... Арабская ночь, волшебный восток. Здесь чёрный лес, открой честь. Вырубай. Ладно. Ну ты представь, сколько всего мы можем сделать. Где есть много меня. Скорее всего, когда я нашел у себя в комнате часы, мне их подкинул я из другого мира. Надеюсь, этот Хайсар справится. Я ему хотя бы подкинул книгу желаний. Так что будем делать? Не знаю, но мне кажется, этим лучше не злоупотреблять. Да кто узнает? Не знаю, может быть, я? Опять ты про это. А ты как думаешь, откуда эта книга появилась у меня в комнате? Скорее всего, есть какой-то я из параллельного мира, который провалил задание и отправил эту книгу мне. Фигня все это. Думай, как хочешь.
какое-то странное чувство, будто в голову что-то тяжелое упало. Вроде ничего не произошло. Странно. Ладно, о чем мы там говорили? Мы говорили о том, что нужно создать компанию. Какую компанию ты хочешь создать? Видишь, у меня в руках вот этот блокнот. Ну. У нее есть паранормальные способности. Верно. А значит, нам надо создать компанию, которая будет проверять предмет с паранормальными способностями. А таких предметов много? Поверь, их очень, очень, очень много. И что-то мне подсказывает, ты будешь их проверять где-то лет 5. И как ты хочешь создать компанию в краткие сроки? Это было довольно быстро. Да, и не говори. Подпиши. Контракт. Да. Как назовем? Не знаю. Есть предложение? Давай назовем МК. МК? Ну, Мейер Айсар, типа. Хорошая идея. И это все наше, да? А, я? Что-то не так. Неужели проблемой компании МДК было то, что ее инвестировал Донни? И так как Донни в этой реальности не причастен к компании, они могут делать все, что они захотят с помощью этой книги. Добро пожаловать в корпорацию МДК. Место проведения исследований предметов с паранормальными активностями. Все вещи внутри здания были идентифицированы как предметы, у которых проявились некие способности изменять место, время и людей. Мы не несем ответственности за ваше здоровье. Здравствуйте, это ваш оператор. Так, ваша прошлая служила память назад. Делаем как обычно, заходите внутрь, находите там более одного часа. На столе стоят свечи, если верить. Желаем удачи, можете заходить.
Я закончил. Хорошо. Зайди в мой кабинет, надо будет с тобой переговорить. Хорошо. Так. Так, что я хотел тебе сказать? Отчет сделал? Да, сделал. Где книга? Кто ты такой? Хороший вопрос. То, что нужно. А вы кому? Даниил. Даниил Сакенович, вам какой-то странный тип пришел. О, Кайсар! О, Кайсар, мы не виделись. Да. Палайся. Все хорошо. Чайка. Тоже проходит. Что там? Как это? Потихоньку. Работаем. Тут, короче, такое дело. Ты что делаешь? Пришел на помещение ждаться. Я вот тоже. Айжан, ты очень закрыла себе. Тебе не кажется, что пришло время двигаться дальше, позволить тебе быть счастливой? Мне просто нужно немного больше времени. Я это хочу, но не получается. Подожди, меня написал. Все нормально. Надо ехать. Я же тебя убил. Как ты? Легко. Я 5 лет проработал в этой чертовой компании. И что я получил? Пулю в глаз. Все вещи, с которыми я работал, изменили мой организм. И теперь я могу пережить то, что не может пережить никто. Тогда мне надо попробовать тебя убить. Прости. Но то, что ты останешься в живых, все бы не ходило.
то, что ты останешься в живых, за это не ходила. Человек были убиты, как передает нам с полицейского участка Алихан Алмаз. В ходе расследования были установлены личности жертв, которыми оказались главы компании МДК, которая также была подвержена теракту и потеряла все свои здания. На данный момент компания оказалась в банкротстве. В убийстве подозревается Молдобаева Алижан, которая находится в розыске. Ее подруги отказываются давать какие-либо показания насчет нее, поэтому на данный момент Алихан Алмаз подает в отставку и не собирается расследовать данное происшествие. На этом все. Берегите себя и своих близких.